Доброе утро. Я жива-здорова. Ну, не совсем здорова, по крайней мере, жива и вроде даже получше, чем вчера вечером. Правда, сегодня еще один предстоит рабочий день на жаре, и я, честно говоря, не представляю, как с этим справлюсь. Потому что вчера меня действительно прям уложило по всем признакам теплового удара. Кстати, насчет онлайн-курсов. Меня тут спрашивают, буду ли я продолжать вести обучение, будет ли у меня получаться в связи с тем, что я вышла на третью работу. Ответ пока могу дать следующий. На ближайший поток я группу, как и планировала, набираю. Но как сложится дальше, будет ли у меня получаться с расписанием совмещать, ну, пока точно сказать не могу. Думаю, что жизнь покажет.